Добрый день всем! Сегодня я хочу прочеренковать салвию, потому что она у меня длинненькая. Мне не хочется такой длинной. Кустик, чтобы был высокий, она вытянулась. И написано, что 40-50 сантиметров имеет, и я буду его черенковать. Таким образом, я оставляю 3 междоузля. Вот. И четвертые листочки я срезаю. И над третьим междоузлем я делаю небольшой срез. Все. И я срезу еще вот эти листочки. И оставлю только вот верхушку. И они из пазух листьев дадут уже пасынки, и будет покомпактнее кустик. А вот этот, а верхушку я поставлю в водичку с корневином и потом его посажу. Будем делать эксперимент над цветочками. У меня несколько штук, они в этом году хорошо, красиво выросли. Я буду их черенковать. Раз, два, три. Листочки по 2 пары. И над третьим листочком я сделаю срез косой. Все. И они у меня будут низкими и компактными. И будут еще добавления, еще черенки, которые я смогу посадить тоже. Они просто уже держат тень, и я поэтому хочу их зачеренковать. Вот, 3 уже я порезала, 4 еще остались. И вот видно, что как они выросли. Буду делать эксперимент. Посмотрим, если они укоренятся в верхушке. Верхушки поставила их в водичку с корневином. И все-таки оставила один. Хочу проэкспериментировать. Хочу увидеть, какие будут развиваться лучше. И у кого будут быстрее цветочки и какие будут пышнее. Конечно, мне кажется, что этот первый зацветет, но вот эти будут уже пышнее. Уже буду ждать время, чтобы их пересадить на улицу в грунт. Они уже начинают давать, видно, с пазухов листочков пасынки. Вот видно маленькие-маленькие зародыши. Поэтому, наверное, вот эти будут пышнее, а этот первый зацветет. Всем пока!